29 ноября посольство Азербайджана в Германии провело мероприятие в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Берлином. Вечер под названием «Немецкие следы в Азербайджане» прошел в Азербайджанском культурном центре в немецкой столице. В мероприятии приняли участие члены Бундестага, представители Министерства иностранных дел и других государственных структур Германии, иностранные дипломаты, представители СМИ, деятели науки и культуры, а также члены азербайджанской и турецкой общин Германии. Гостям и участникам сначала был показан фильм «Немецкие следы в Азербайджане», подготовленный посольством республики в Германии. Картина рассказывает о немецком наследии в Азербайджане и его охране со стороны государства. Затем выступивший посол Азербайджана в Германии Насими Агаев рассказал об истории и состоянии двусторонних отношений между Германией и Азербайджаном. Также от имени правительства ФРГ слово взял уполномоченный Министерства иностранных дел Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии посол Матиас Лютенберг. Он отметил, что двусторонние отношения между нашими странами развиваются динамично. Кроме того, известный историк-любитель Фуат Ахундов, приглашенный на мероприятие в качестве докладчика из Баку, провел презентацию на тему «Немецкие следы в Азербайджане».